Даже звал Рериха в поездку по Норвегии. И так они готовы по Норвегии ездили, чтобы храниться Тергютом, ибсеновским вот этим духом. И Рерих очень здорово со присущим ему великим миром сказал, что это место о священном очаге, который мы не ценим. Человек живет, растрачивая себя на какую-то волшебную. Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций за номером FS-77-51-113. Возрастная категория 6+. Продолжает свою работу радио «Град Петров». У микрофона Ольга Волынкина. Я познакомлю вас с нашей дальнейшей программой. В 13 часов в нашем эфире передача о книге Николая Николаевича Никулина «Воспоминания о войне». Ведут передачу протоиерей Георгий Митрофанов и историк Кирилл Александров. А затем в 13 часов... Сегодня днем плюс 31, плюс 33 градуса. Мы ставим возможность.
станции. Плюс 22 градуса, ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Радио России. Уважаемые радиослушатели,